От Нового Уренгоя до Анапы 14,5 тысяч километров. График был очень плотным. Мотоциклисты должны были преодолеть расстояние за 40 дней. Несмотря на непогоду и сильные нагрузки, они уложились в срок. Четверо участников исколесили 14 стран, были даже на Атлантике в районе Амстердама. Главная цель мотопробега – сплочение побратимых народов. Дружба – это важно всегда, но и тем более сейчас, когда совсем непростая геополитическая ситуация, скажем так, экономическая ситуация в стране, скажем так, не лучшая. Но тем не менее, дружба позволяет воплощать проекты. И не только, скажем так, проекты морального плана, но и производственного. Мы решили своим пробегом соединить города-побратимы. Также мы не один десяток лет сотрудничаем с городом Анапа. Сергей начал свой путь вместе со всеми в Новом Уренгое. Пробег его мотоцикла почти 90 тысяч километров. С 2013 года он объездил всю Сибирь, побывал в Европе и на Кавказе. По словам мотоциклиста, такие путешествия доставляют массу положительных эмоций. Ощущения стабильные. Слава богу, это не первый и, надеюсь, не последний пробег. Все замечательно. Мотоцикл – это отдельная история. На машинах мы ездили много раньше. Мотоцикл – это совсем другой дух, совсем другая тусовка, совсем другие ощущения. На машине не спортивно. 2 года назад был организован похожий мотопробег, посвященный 70-летней годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. Участники доехали до Берлина и вновь вернулись в Анапу. Как говорят организаторы, подобные мероприятия требуют серьезного планирования. Но этот мотопробег далеко не последний. Уже в следующем году в планах мототуристов поехать на Памир.